Крещение Руси и связанные с ним события – важнейшие в истории нашей страны. Но, как ни странно, художники редко выбирали их сюжетами для своих произведений. И тем дороже для нас немногие картины о крещении, тем внимательнее мы всматриваемся в отражение событий более чем тысячелетней давности. Самое известное изображение крещения Руси – фреска великого русского художника Виктора Васнецова над входом на хоры во Владимирском соборе в Киеве. Одна из первых картин была написана уроженцем Курлянской губернии Иваном Эгинком. Великий князь Владимир избирает религию. Историки точно не могут сказать, когда и где крестился сам князь, то ли в Киеве, то ли в греческом городе Корсуне. Но в исторической живописи преобладает корсунский вариант. Именно он изложен Нестором летописцем. Вот картина Андрея Иванова «Крещение князя Владимира в Корсуне». Живописец Федор Бронников полотно крещения князя Владимира завещал своему родному городу Шадринску в Пермской губернии. Алексей Кившенко написал крещение киевлян князем Владимиром в 1880 году. Картина «Крещение Руси» была написана Василием Перовым во второй половине 1870-х годов, когда художник стремился к созданию грандиозных, обобщающих образов русской национальной истории. Тема крещения Руси живо интересует и наших современников. Член Союза художников России Николай Мартынов работал над своим полотном «Крещение Руси» 13 лет. Михаил Шаньков свое «Крещение Руси» написал для трапезной прихода Русской Православной Церкви Святого Владимира в Нью-Джерси. Современный иконописец архимандрит Зенон пишет в старинной византийской манере. Икона «Крещение Руси» написана в год празднования тысячелетия Крещения Руси. В Василковской библиотеке вы можете познакомиться с книгами о творчестве выдающихся художников, с репродукциями их картин, являющихся шедеврами отечественной и мировой живописи.